Как вы думаете, бывают нищие миллионеры? Оказывается, бывают. Удивительный случай произошел в Индии. В октябре в индийском городе Мумбаи произошел несчастный случай. Под колеса поезда попал местный житель по имени Бидичанд Панамарам Азад, и полиция принялась расследовать это дело. Опросив свидетелей, стражи правопорядка узнали, что погибший мужчина был местным бедняком. Много лет он жил только тем, что просил милостыню. В округе его все знали и старались помочь, кто деньгами, а кто едой. Но оказалось, что мужчина был не так уж беден. Когда полицейские пришли к нему в жилище, их внимание привлекло большое количество мешков, стоящих вдоль стены. Оказалось, что они были доверху наполнены монетами. Пересчет этих сбережений занял у полицейских целых 8 часов. В итоге выяснилось, что Бидичанд был вовсе не бедным. В мешках он хранил 170 тысяч рупий, что составляет примерно 2400 долларов. Также оказалось, что у мужчины были вклады в различных банках на сумму 870 тысяч рупий, а это более 12 тысяч долларов. Получается, что по индийским меркам Бидичанд был настоящим миллионером. Почему мужчина так и не потратил деньги, осталось загадкой. Теперь полицейские ищут его родственников, чтобы передать им найденное состояние. Кому понравилось, поставьте лайк и подпишитесь на канал. Пока!